Ну что, ребят, вот и блокаут первый на этом судне. В общем, 5 раз уже запускаем двигатель, ничего не получается. Механики бегают, ищут причину. Еще один раз. Еще одна попытка. Срабатывает автостоп main engine. Уже так было, потом опять глох двигатель. Сейчас посмотрим, что выйдет из этого. Уже за 3 дня второй раз эта проблема возникает. Это хорошо, что в Северном море погода почти штиль. Была бы осень или зима, у нас бы сейчас мотыляло с доломитом. Так как относительно воды имеем движение, ходовые огни включены и not on the way, not on the command, 2 красных. Ну и дополнительное освещение капитан включил на палубу. Насчет огней, вообще, если вы как бы машина не работает, Not on the command, обычно бортовые и кормовой, топовые не включаются. Ну, в общем, все, с 5-го раза завелись, вроде пока едем. В общем, у нас на бридж контроле сейчас, на динамках, в общем, идем. Проблема с электрикой, тут ошибка земли моргает. В общем, будем ждать электрика, когда приедет, будет разбираться, в чем причина. Проблема в том, что электрик не электромеханик. В этой компании нету грамотных электромехаников, к сожалению. Что поделать? Едем дальше. Просто когда, если в системе, вот здесь где-то будем останавливаться, конечно, будет не очень приятно. Особенно если ты начинаешь, говорю, пересекать по носу, да? Всегда избегайте пересечения по носу. Только по корме. Если по носу, то очень большое расстояние должно быть. Хотя бы, не знаю, 3 мили, чтобы успеть проинформировать судно, чтобы вы начали ход сбавлять. Все, идем в Амстердам. Потому что еды нету. Стоять, дрифтовать здесь. Там, ждать какого-то буксира, если серьезная поломка, наверное, будет вообще жесть. Поэтому пока, пока фартит.